Котечка, котечка. Ой, нет, он гноится, по-моему. Гноится. Яйца у него Ой, у него один глаза есть. нет вообще. Вот этого глаза вообще нет у него. Посмотрите. Матушка Вера говорит, что это, он прозрел. Нет, у него нет глаза, а этого? Да, но и этого нет. Почему он слепой? Я не знаю. Он родился слепым или что? Сказала, что родился. И потом под машину попал, да? Ой, да На как он ножку ее, нет, ничего, припадал. она, говорит, он прозрел. А там гноится, ему видно больно. Ой, глянь, видишь, гной, ой. Вот, надо убрать ее. А здесь, да как, они у него, нет у него глаза. Они есть, вот, он туда. А такое впечатление, будто он видит все, ходит за нами. Да ходит за нами, ходит. Вот, пожалуйста, а люди думают, что он видит. Не, он, смотри, он приоткрыл чуть-чуть, ну, бельмо, бельмо. Надо же тебе, да, как ему досталось. И под машину попал, и слепой. А ходит, и все видит, и как будто это, как будто он не слепой. Все видит, лучше зрячих. Лучше зрячих. И... Ой, ну что ж ты нас... Наш подслеповатый. Эх ты. Ну, иди к нам. Скорей. Иди к нам. Кс-кс-кс. Иди скорей. Иди. Ой, ты смотри, вот прям голову поднимает. Такой. Кс-кс-кс-кс. Ох, иди скорей. Дай лапу. Ну, дай лапу. Не видишь? Давай, 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 давай. Одно Давай. движущееся объекты как-то еще видит. Да. Ох, Сын или как знак он. или Ох, какой. Ну, отдыхай, отдыхай. На кровать отдыхай. Можете на второй ярус поместить. Наши кельи. Хорошо же вдвоем в такой келье, да? На четырех кроватях. А почему я не спал? Вот, почему я не спал на втором этаже? Это лучше гораздо. Интереснее. Там лава не бьешься, не будешь, да? Ой, копейка. Ой, копейка. Ой, копейка. Стих про котейку. Выходи, выходи. Как же матушку вот эту икону называла? Сейчас спросим.